Бассейн глубиной около 2 метров. У него 8 дорожек. Здесь одновременно смогут заниматься около 100 спортсменов. Старт первому заплыву дали вице-премьер Ольга Голодец, министр образования России Дмитрий Ливанов и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Они отметили, что бассейн – прекрасный подарок детям, которые приезжают отдыхать в смену, что сооружение соответствует самым современным спортивным требованиям. Сооружение построили по федеральной программе «500 бассейнов», которая стартовала в 2010 году по инициативе президента России Владимира Путина.